Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола, зрители онлайна. Мы начинаем репортаж с поля Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. Первенство России по футболу 2024 года UFL-3. Встречаются команды «Родина» и «Урал». Звучит стартовый свисток главного арбитра этого матча Даниила Лангвинова, который представляет Брянск. Давайте сразу же представим сразу всю судейскую бригаду, помимо Даниила Лангвинова. Перевод на левый фланг. Пугин. Вот такой. Прием, смещение, центр, удар. И голкипер с трудом справляется с этим ударом. Мяч не зафиксирован, но в игре. Вот такой опасный момент может получиться. Не решился Пугин пробивать. Прислал мяч. Далее Белоконь. И удар в ближний угол. Это голкипер. Да, спас. Урал. Состав гостей. Да, 5 изменений по сравнению с предыдущим матчем. Но по сравнению с первым тайбом ни одного. И вот так Урал атакует. Опасный удар. И будет добивание. Здесь Григорий Боровик потащил. И с добиванием справился. Да, этот момент, который точно заслуживает повтора. Еще 3 полевых футболиста только есть в распоряжении наставника Урала на этот матч. Евгений Ванян здесь напрашивает удар издали. Это гол 1-0. Евгений Ванян. Блестящий бильярдный удар. Дебютный гол для Евгения Ваняна в юношеской футбольной лиге. Случается здесь сейчас. Видели мы то, что Ванян уже во втором тайме стал гораздо более активно идти в штрафную площадь. Блестящий гол Евгения Ваняна мы с вами увидели. И здесь Кирилл Капран, он с мячом пробивает ближний угол, но интереснее, ребята. Да, до того момента, пока Кирилл Капран пробивал поворотом, еще и получил желтую карточку в центре поля. Дистанция порядка 40 метров под углом. Не помешала, не стала препятствием для Матвея отличиться. Сейчас напротив, он создавал возможность для партнера это сделать. И в итоге атака приводит к забитому голу. Он простреливал, и мяч оказался на дальней. Штанги, откуда уже и последовал мяч в ворота. Капран выпрыгивает мощно. И пусть до мяча не добрался, но помог своим партнерам это сделать. Здесь Поликшанов, он с мячом бьет, забивает. Вот это подарок на прошедший день рождения от Ярослава Поликшанову. Поликшанов принял мяч из глубины. И вот так с отскоком от газона мощно в лед с подъема приложился в ближний угол. Думаю, что мы ждем финальный свисток. Да, так и есть, который нам сигнализирует о победе Родины со счетом 3-0 в матче против Урала в UFL-3. Голами отметились Евгений Ванян, Кирилл Лошкарев и Ярослав Поликшанов.